Продолжаем. Выберите в му. Чертов Dreamcast. Маленькое судно врезалось в забор. Броневичок с пулеметами. Возможно, образец. Возможно. А возможно и нет. Я не знаю. Терминал для контроля перемещения оружия. Оживление? Да нет, не возьму. Чего? Не надо! Ненавижу этих врагов. Ненавижу. Так, бегом. Бегом, бегом, бегом. Взял, взял, развернулся. Трейлер для транспортировки. Замечательно. Уходим, уходим, ай, уходим. Какое, каких ты два ключа взял? Хорошо. Наверх. Включатель крана операторской не стоит использовать. Стоит. В смысле не стоит? Стоит? Чё как? Мне надо три карты подъемников. Есть три карты подъемников? Да. Используем кран, да? Что делаем? Три вверх. Взять. Один вниз. Отпустить. Я не нажал отпустить, да? Или нажал? Не, нажал. Вправо. Вправо 2. Взять. Влево 2. Отпустить. По кругу оббегать все это. Ну ладно. Так, 3 вверх, 2 вправо. Один вниз, взять старт. Так, один в воздухе останется. Второй еще подвинем влево просто. Влево, вверх, вниз. Влево, вверх, вниз отпустить. Влево, вверх, вниз отпустить. Вверх. Один вниз. Пустить. Вверх. Три вверх, два вправо. Взять старт. Достаточно. Так, а они тут будут сейчас? Будут тут херово. А, ладно. Никого нет. Отлично. Чувак, как ты умер? Расскажи, как ты умер? Как ты, как ты? Ну как, ну как ты вообще? Чё ты? Не, не активный. Ну ладно. Кстати, логотип Umbrella есть что? На ящиках. Подозрительно. Подозрительно. Очень подозрительно.
Так, мы взяли ключ. Сохранись. Наверное, в ту сторону, да? По кругу. Ну, просто, а куда еще? Вроде ящик. Да, отсюда. Аккуратненько, потому что тут пацаны гуляют. У-у-у. Не надо. У-у-у. Эти сволочи, как хантеры, блин. Ты же хер обойдешь. Ну, если не знаешь как. Карта. Да, взять. Туда нам вроде бы рано, на ту сторону. Пацаны, вы чего? Пацаны, вы чего? Че это? Морфин? Нет, спасибо. Привет. Поднимешься? Не знаю. Чуть попозже, может быть. Че тут у нас? Включить тревогу, да. Спасибо. Пульт управления устройством. На дисплее имена людей, входивших в эту зону. Кирк в этом списке. А что это такое? Устройство обнаружения оружия. Типа оружие будет показано на экране. Чип ключей нужны. Информация. Ага. У нас пока нету чип ключей. Нет ничего. Да быть не может. Стоят коробки, в них ничего нет. Вот же есть. Нет ничего. Так, есть чип. Ей перегрызли горло. Окей. Аппарат для перезаписи ID-карт. Доступ в зону B2-B3. Регистрация ID-карт на этом терминале. Для перезаписи нужна ID-карта. Понял. Стоять. Это что за журнал? Покажи. Файл сообщения. Посчитать, да? С тех пор, как мы решили провести эксперимент с генератором снаружи, надеемся увидеть интересное там. Напомню, в случае перезагрузки вся лаборатория перестанет существовать навеки. Если не хотите испариться, соблюдать правила безопасности. Персонал работает в два раза больше. Доктор Кирк работал в закрытом квартале почти неделю. Никто его не видел. Осторожно и помни, что опыт окончится удачей, только если все будет в норме. Доктор Кинг часто здесь ходил. Че? Держите свои ID всегда на глазах. Никому его не давайте. Был случай злоупотребления устройством перезаписи на первом этаже. Гляди глазами. Гляди глазами? Интересно. У меня есть B2 чип 1. Ну, B2 чип 2 почему-то нет. Ну да ладно, может быть найдем скоро. Так, тут нужно ДДК, да? У меня нету? Нету пока. Хорошо. Мне пока не сохраняй. Так, мы взяли ключ. Тихо. Трубопровод В2. Я надеюсь, здесь никто нашу не прятал. Кондиционер для лаборатории. Мех. Такое, ничего интересного. Ну. Так, хорошо, здесь пока врагов нету, поэтому можно это погонять.
Дротик L, да, возьму, дротик L возьму, вот, вот что угодно, закрыто с другой стороны. О, зелененькая, давай открывай. А птичка М, нахрен ты так сделал? Повязка, кушать дротик L, блин. Ну и ладно. Чат завис, походу. Нет, чат не завис. Чат просто не разговаривает. Я хз. 7 табурет за 100 бетсов. Ничего нового. Чат молчит, ничего нового. Чат ленивая жопа. Сип табурет. Поддержка канала. Ну, спасибо. Гейл! Да. Познавательная катсцена. Гейл, да. Все. Больше ничего не сказал. Картонные коробки на полке. Не нужны. Что там? Они принадлежали исследователям. Не нужны. Потому что они все мертвы. Колючая карта требуется. Нет. Принадлежала исследователям. Сломанный инструмент. М! Журналы на полках. Это мужские, имеется в виду, журналы на полках. Они принадлежали испытателям. Это Анатолий. Говорить о том, как тебе через 3 часа на работу. Посчитаем журнал, следователь, да? Да. Была указана ошибка в моих вычислениях о моделировании генератора. Ошибка достигла 6 наносекунд. При достижении критической точки я признал ошибку, но отношения остались натянутыми. Он, кажется, не замечает, что мы падаем уже от усталости. Написано «М». «КММ». Что? Этот путь ведет туда, куда пошел доктор Килк. Это путь чувств. Я слышал, что секретный яд можно создать, смешав вместе несколько лекарств. Сильная анестетика и еще кое-что. Написано как. Вы патетичны. Посмотрите, доктор Кирк посвящает себя эксперименту, забыв обо всем. Ошибки других иллюстрируют вашу трусость. Я должен держать эксперимент под контролем, надо быть наблюдательным. Кто воткнет случайно шприц с яд в вас? Написано знакомство. Множитель. Халаты исследователей изношенные. Кровать оборудована крионовым оборудованием. Можно немного поспать. Ну, давай поспим. А, нельзя? Ну, ладно. Надпись прочитать перед использованием. Что прочитать перед использованием? Надпись? А что надпись говорит? Это, ёпта, как из мультиков Текса Эйвери, что ли? Надпись нечитаема. Всегда это убивало. Надо было тебе поспать.
Ты забываешь, с кем разговариваешь. Я не играю нормальный перевод. Нормальные переводы, я. Отключиться. Окей. Так, диск C. Два устройства модели, они не могут работать. Потрясающе. Процесс моделирования представлен на экране. Диск плана нужен для использования. Филы разрознены. Планирование показано на экране. Диск план нужен для использования. Книжка записок. Почитаем, да? Если вы впервые следите за генератором во время опыта, то помните о следующих вещах. До активации надо установить два устройства. Инициализатор и стабилизатор. Функции этих устройств такие. Инициализатор производит энергию для активации генератора. Стабилизатор подает воздух в генератор и производит энергию. Также не дает ему выйти из-под управления. Вы найдете модель этих частей в кейсе в центре. Для более подробного исследования смотрите сами. Если вы используете разборные части зоны ядра и добавите 0 к номеру части, они дадут номер числа, требуемый для двух частей. Я пишу в чат, но моих сообщений не видно, Лел. Ну что, это у тебя чат сломался? Я не вижу. Кто-нибудь видит сообщение? Сообщение табурета. Кто-нибудь видит в чате сейчас? Ну, кроме того, что... забиться было. Архимон! Здорово! Ты только на Twitch стримишь, да. Спасибо, табурет, за поддержку канала. Попробую перезагружать. Тихо! Сика, подстава. Нас подставили. Нас подставили. Киса, ты нас подставила. Давай, забирай. Монетку. Ей. Спасибо, табурет, за поддержку канала. Хоть и такую, ну, в смысле... Как бы... Ты, я не думаю, что ты хотел донатить, чтобы сказать мне об этом. Что твои сообщения не приходят. Спасибо. Так, один, они дадут номер числа, требования для двух частей защиты. Будьте внимательны при номере зоны. Я ничего не понял, короче, что-то сложное написано. Но это не суть. Мы, блин, готовый заберем. Стабилизатор, инициализатор. Чем мне стримить куда-то еще? Мне твича достаточно. Просто те люди, которые стримят на что-то еще, у них обычно проблемы, которые у меня были. Я раньше стримил на всякие там СК-2. И вроде что-то на Гульгейм одновременно. Ну, короче, тут за всем нужно следить. Менять тайтл там, менять тайтл тут, Регина, менять название. Я починил, теперь ты можешь двери открыть. Че, на отрыв, да, ну? Починила она. Короче, нужно название стримов везде менять.
Это не мое. Это вообще не мое. Я лучше буду здесь стримить, и у меня стабильно будут зрители, чем я буду стримить еще куда-то, потом еще... Мне нужно там модеров делать, здесь надо модеров делать, там если кто-то что-то напишет, то что мне не понравится, или что-то, ну, не очень хорошее вообще. Мне нужно будет туда заходить, там его банить. Модером нужно там быть, ну, такое, короче. Лучше Twitch только Twitch. Это было. Часть проекта показывается в центре стола. Различные машины видны за стеклом. Мэ. Мэ. Ну что тут? На кризис, ты же был здесь. Чё ты? Чем? Что? Нет, нету. Грустно. Зато есть Silent Hill 2. Чё, на тридюш. Новое видео. И это хорошо. Я не знаю, следишь ты за этим или следишь? Я вот слежу. Видимо, в начало нужно идти. Я думаю, в декабре анонс будет какой-нибудь. Как его? Как эта хрень называется? Video Game Award, да? Фак. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Да, могли. Но тогда ее в планах не было. Женщина-ученый. Красная кровь на белом халате. Что? Устройство ДК Ш. Пойдет? Просто было уже PS2, Dreamcast был. И как бы у них параллельно практически Gun Survivor был, и скорее всего разработка началась код Вероники в момент PS1, но когда PS2 вышла, они скорее всего начали переделывать все, поэтому и получилось, что у них два Resident Evil чуть ли не одновременно вышли с разницей в один месяц. Чё я пытаюсь сделать? Да мы что, убираем строки или что? Убираем буквы опять. Тутровой. Шатрашау.
Хоть он и мертв, передатчик все еще работает. Компьютер управляет системой порта. Два резика на разные платформы. Почему? Почему нет? Реджина? Похоже, эта дверь ведет к порту. По порту. Слышишь, Майк, я иду к порту, на хвосте ящер. Почему это Регина говорит? Не, я в том плане, что, ну... Звучит так, как будто проблема только у нее. Я рад, что тебе весело. Но если ее съедят, нам придется искать... Я тебя вижу. ...у динозавра. Я тебя вижу. Ты должна спасти его. Бля. Resident Evil 3 и Resident Evil Resistance. Технически это две разные игры. Никак не связаны между собой. И вышли они чуть ли не в один день. Вернее, в один день они вышли. Чё? В смысле? К нам показывает контроль над вооружением острова. Порт проявляется тут. Замечательно. Они даже в Стиме как отдельные игры. То есть она не внутри включается игры, а как отдельная игра запускается. Но да, сначала они заанонсили Resistance. Dragon Ball в СНГ выпускал. Ну да, почему нет? Собственно, почему нет? На экране сообщение для посетителей. Чё, так, это... Аэрофото острова Ибис. Мы видим весь остров. Смотрел кто? Я нет. Не мой просто мультик. Не знаю. У-ху! Не в ту сторону? Подожди. Это было разрушено динозавром. Вряд ли это можно починить. Это случайно готово. Кажется, легкое дуновение. Что? Две состояния открыты, только генератор. Ах, ёпт. Ну тогда давай это сюда. Да, возьму батарею, давай. Yeah.
Piece выходит раз в неделю, а между эпизодами иногда хочется что-то посмотреть. Ты хочешь начать смотреть Dragon Ball? Ты серьезно? Ты представляешь, сколько тебе придется посмотреть? Примерно столько же, сколько и One Piece, если не больше. А что не так-то? Куда ты уехал, ты не понял? Сказал человек, который посмотрел One Piece трижды. Давай не будем забывать об этом. И на один просмотр ушел где-то месяц, если не больше. Это дохера времени. Я не говорю, что это шоу было плохое. Там или что-то в этом духе. Я не говорю, что Dragon Ball плохое шоу. Я просто, ну... Я имею в виду, что придется смотреть много. Очень много. Наруто кажется скучным. Начни с этого. Со второго сезона. Это Шипудана. Разорван динозавром. Потрясающе. Разорван динозавром. Разорван. Все разорваны динозавром. А почему со второго? Слово невозможно вообще. Ну ты говоришь, что тебе скучно. Я не знаю. В Наруто всего там сколько? 100 серий. В начале там 130, что ли. Просто если не смотреть всякие филлеры там. Которые нахер, в принципе, не нужны. Фак. Козел, блин. Чего тебе не интересно? Блин, если не интересно, смотри это, Dragon Balls. Чё ты мне тут голову морочишь? Смотри что-нибудь покороче, я не знаю. Вон, как он, Ван Хельсинг, или как назывался? Шоу-то думай это. Быстрее. Алхимик какой-нибудь, не знаю. Людям вроде нравится. Бери он в гугле. Топ аниме и все. Гурн Лаган, да. Реборн какой-нибудь, не знаю. Вольтрон. Я видела что-то подобное в лаборатории Корка. Гриндайзер. Это будет проблемой. Кого еще? Вольтрон. Гриндайзер. Этот вихрь, наверное, побочный эффект экспериментов с энергией. Макан Сити. Или мы найдем выход, или нас скушают динозавры. Не смешно. Окей, я займусь компьютером. Реджина, надо что-то про космос посмотреть. Что-нибудь про космос и что-нибудь олдскульное. Поэтому гриндайзер. Идти дальше опасно. На да то 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 то
Откуда я помню музыку из Гриндайзера? Да. Я его не смотрел, наверное, уже лет 20. Что? Опять не видно. Я не знаю, может, у тебя что-то с инетом. Ты перезагружал его? Так, я туда иду? Или это в начало? Это в начало, мне не сюда. Ну, сейчас я тебя вижу. Судя по всему, тебе сегодня придется не общаться с тобой. Раз у тебя инет. Мозги лечит. Отдохни. Закрыл Телеграм и удалил торрент. И что? Не совсем понимаю. Так, а что мы делаем-то дальше? Иди карта. Карта уровня С. СО сотрудника. А, чипы есть. Это надо сюда? Или через верх? С инетом норм все? Ну. С учетом того, что ты не можешь писать в чат, а все остальные могут, я думаю, все-таки у тебя проблемы с интернетом. Там, я не знаю, комп перезагрузить. Yeah. Провод вытащить интернетовский. 392. Решил перезаписать данные, чтобы включить, да, 0392. Не знаю, что ты имеешь в виду под словом ТОР, не понимаю. Так. Да. Я впервые слышу такое название. Браузер. Не знаю, что это. Мне страшно. Пойдет? Так, что здесь? С это С или С это С? Угу. Стабилизатор. Как блин пишется-то? Так, наверное, да. Да, стабилизатор. Сохранить, да. Это как, блин, этот? Как тот чат назывался, которым в другом канале пользовался? Топ-стрим-чат. Идеальное название. Японского кота в сапогах в озвучке Вицина. Что, блин? Я Грант Мэйшн иногда своим знанием мультфильмов пугает.
Ну и как, удачно? Удачно? Так, а что-то новенькое. 0,4 ABCD. 15. Доктор. Кирка, видимо. Вау. Со всей его гениальностью он использует пароль для двери доктор Кирк. Окей. Не, ну... Как он назывался? Чего? Как он назывался? Я понимаю, о чем ты. Ну, это первый мультфильм этой студии. Это тот, где, короче, кот такой рыжий, и у него шляпа красная. Чья игра на NES есть. Мы ее проходили. Перс Адвенчер, или как так называется. Ну, я думаю, его не Пьер зовут, а все-таки Перо. Типа адаптация. С такой. Знаешь что, Гранд Мэйдж, этого посмотри. Слышь, что? Ты хочешь что негодное? Как этот называется? Остробой. Остробой, посмотри, старый. Мне зашло, по крайней мере. Все. На мобильный настроил ретро. Хорош. Хорош. Хотел пару штук проверить. Рик. Я нашла главный генератор третьей энергии. Махинатор, я тебе. Отлично, процедура запущена. На Dreamcast игра еще лучше. Динкрис? Да. У меня где-то даже, по-моему... Хотя нет, у меня, наверное... У меня, наверное, Resident Evil 3 есть. У Динкрис у меня вроде был диск, но я не помню, где он. Я, короче, стопку дисков куда-то проедал, не знаю, где... После переезда, короче, так и не смог найти. Кто-то выкинул коробку просто. Или я сам выкинул по дурости. Либо я ее где-то оставил, не могу найти. Да. Так, мы не говорим про Urban House на этом канале. Окей? Okay? Я понимаю, что это просто пример. Мы не говорим про них. Во избежание неловких банов. Да любая мультиплатформенная игра на Dreamcast выглядит лучше, чем на PS2. Субдисплей для контроля генератора. Субдисплей. Субпанель. Я говорил про избежание неловких банов. Сейчас, мне кажется, один будет неловкий бан. Терминал управления генератором. Вот только, сука. Вот зачем ты, Шеган, написал про этот сраный Urban House? Ты зачем заставишь Боссмана в чат писать? Мне так классно, когда он ничего не пишет. На тебе, ёпта. Попользуемся. Ошибка. Да плевать. Про то, не про то. Он сейчас выведет к тому, что Urban House.
Пять волн молчал, сидел. Дневное инструкции генератора. Будем считать? Да. Пуск и контроль генератора. Молчи, Архимон. Используйте... Молчи, Архимон, а то отпишусь от тебя. Используйте пульт генератора на верхнем этаже в комнате управления. Инициализируйте генератор. Инициализируйте генератор на уровне B3. Используйте панель рядом с соединением шахты с генератором на уровне B2. Поставьте стабилизатор. Вруби генератор. Назад в комнату управления активируйте низ уровень. При включении генератора должен быть доктор. Избегайте аварии. Активация проводится ID-карты доктор Кирка. На кубе Аркадия... Блин, ну стоп, ну подожди. Ну ты сейчас опять... GameCube был позже, чем Dreamcast. Пуш! Что ты мне тут это... Что ты на меня бочку катишь? Ну? Терминал мониторинга генератора позволяет управлять генератором в реальном времени. О, а что Чика шпрехает по-украински? Я сижу из Подмосковья. С-панель до генератора. Да. Сука. Гринч лучше на Дримкасте. Что-то еще. Спайдермен лучше на Дримкасте. Пуль непробиваемое стекло. Непрозрачно, потому что стоит тип туман. Че? Что? Карта зоны B2 на стене. Записываем, да. Зачем? Я не знаю, Grand Mage, что он это. Он на Аркадии поехавший. Просто. У меня такого нет, слава богу. Да, я люблю Skies в Аркадии, но при каждой возможности я не разговариваю про нее. Кирк все скрывал от исследователей. При демонстрации в лаборатории B1 стало ясно, что Кирк вместе с военным персоналом там. Для начала мы установили записывающее устройство на складе запчастей, где он встречается... Устройство включается при любом звуке, а оно же и воспроизводит данные. Самый простой путь к ключам. Нам нужна ID-карта Кирка для проверки генератора. Мы знаем регистрационный номер 31415. Надо подделать его ID-карту с помощью отпечатков пальцев. И много на чем поехавшим? Нет. Так, куча пенициллина, отлично. Круговые диаграммы на экране показывают аварийную мощность. В настоящее время это стандартный генератор. Вы можете подключить аварийную мощность третьего энергореактора. Вы переключите энергоснабжение, да. Star Wars... Ну, а он там другой вроде бы, нет? Надо Фианору спрашивать. Если он играл. Рейсер. Рейсер. Точно. Хороший. На Дримкасте. Точно помню. Chicken Run. Отлично. На Дримкасте лучше, чем на PS1. Любая игра, которая 2D-платформер или типа того... По лицензии она на Дримкасте лучше. По умолчанию просто. В Хронокроссе стараюсь не заикаться. Да, старайся. Старайся лучше. Угу. Ой, я сделаю это снова. Mm-hmm.
Она не думает, она смерть. А, окей. Да, классно. Говорим про консоли, Grand Match такой, но пока лучше, да. Evil Dead. Evil Dead? На Dreamcast лучше. Hail to the King, baby. Не знаю. Помните, для управления генератором нужна карта доступа. Да, я понял. О, нет. Она кекалась. Что происходит? Мы ее застрелили. Она не дышала. Рядом с ней надпись крови. Чего? Они похожи на прибор, записывающий данные, когда третий генератор включен. Правда, на ручках кровавые отметины. Отпечатки пальцев очень четко. Что? Так, я не уверен, что это нужные нам отпечатки. Но я их сниму на всякий случай. Alone in the Dark, кстати. New Nightmare на Dreamcast. Лучше. Чем? На PS2, на PS1. Щитюлин, как Alone in the Dark. New Nightmare есть на PS1. Это магия. Джеффри. Кто его, блин, так называет? Джеффри. Он Джефф. Не шевелись. Что ты думаешь делать? Прославить свое имя с помощью неограниченной энергии. Открой глаза, дебил. Твое творение — еще одно оружие, которое будет неверно использовано. Ты слишком наивна и проста. Шаган знает, на что боссмана байтить. Рек, наша цель выполнена. Приходи немедленно. Прости, что прерываю твою лекцию, док. Но ты сумасшедший. Чё-то про Urban House не получилось его, да, забайтить. Давай на парк юрского периода. Что дальше, я Шаган? Понял, давай. Как третья энергия может наводнить пространство. Страусов, может? Терренс Хилл? Или еще кто-нибудь? Три года назад. Я думал, что третья энергия может менять состояние пространственно-временного континуума. Но я был неточен. Пространство не менялось. Оно заменялось. Я вторую не смотрел, так, поэтому... могли понять. Пофиг. Третья энергия может заменять часть пока. Пространства другим, с другим временем. Что? Да. Я пришел к этим заключениям в ходе последнего эксперимента. Эффект вы видели сами. Эти твари находились на месте лаборатории более 65 миллионов лет назад. Да. Теперь эти динозавры появились в нашем времени. Точно. И это сделал я. Ага. И сколькими людьми вы пожертвовали, делая это открытие? Кого это волнует? Нет. Числа слишком неточны. Боссман не говорит. Давайте про затерянный мир. Боссман говорит про парк юрского периода 3. Необычная смерть для простого человека, не правда ли? Или что-то в этом прямо духе. Как дьявол. Бог или дьявол? Хм. Меня это не интересует. Да? Только мои эксперименты. Я не помню. Я довольно не слышу, что он говорит обычно. Важно только одно. Твое открытие закрыло нам выход. Тебе Топ-ган, говорят, выходит новый тоже. Единственный способ сделать это — перевести генератор на перегрузку.
Теоретически, третья энергия и вихрь погасят друг друга при столкновении. Но есть маленькая ловушка. Если вы не сможете остановить перегрузку генератора третьей энергии, весь регион может перейти... Вот, она голова закипела, мне кажется, от этой информации. Если бы у нас был другой выход. За что бы прицепиться-то сейчас? Нет проблем. Топган, затерянный мир, редиска, страусы. Слишком много всего! Нет! Ты тут скилл, тебе протрас скилл, лучше день в моей жизни. Обмазаться. Обмазаться. Очень хорошо, док. Теперь ты понимаешь ситуацию. Мы живы, ты жив. Бега, бега. Что ты без оружия бегаешь здесь? Тебе норм? Окей. Я создам программу, которая пошлет третью энергию в вихрь. Я послежу за доктором. Реджина. Оргазм схватил. Приборами для перегрузки генератор. Все. Не в комнате А, на уровне B3. Постой. Весь этаж наводнен динозаврами, в том числе тирексами. Какими еще тирексами? Тирекс тут один. Вот. Никто тут ничего не заполонил. Тирексы! Они заполонили планету. Зачем нам его собирать? Он внизу лежит целиком. Ты чего? Ты ж дурак! Ничего несет. Не нуди! Не надо знать технических подробностей. Ей даже не нужно знать про детали. Лучше мы попробуем достать целое устройство. Там слишком опасно. Она не сможет сделать это. Это вызов, Реджина. Ты должна сделать это. Итак, твой выбор. Я просто заберу готовое. Зачем мне собирать? Я здесь все время путаюсь. Кто? Гейл! Окей, приступим. А чё графон такой, кстати? Не оставляй ружьё ни на секунду. Листы, бумаги и ученые заметки смешаны в кучу. Старые бумаги, разные вещи. Сары. Сары! Ты чё, сары? Разные бумаги пока бесполезные. Примерная схема генератора находится на столе. Это похоже на план генератора. Окей. Что тут у нас? Записка по штату доктора Кирка. Почитаем, да? Запись. Подготовка стабилизатора инициализатора. Оба изделия должны быть готовы перед опытом. Каждое из изделий состоит из трех частей. Корпус А, защита... Корпус защита А, защита Б. Всего у нас 6 частей. Они хранятся отдельно в комнате конструкторской и на складе. Как только вы все собрали, идите в комнату экспериментов манипуляции. Должен много управлять в рабочем классе. А, что прочитал? Ничего не понял. Одежда внутри коробки. Халат весьма изношен, весь в дырках от реактивов. Возможно, часть была доктора Кирка. Они все пыли. Хорошо. Не беспокойте меня, надпись на двери. Да он просто знает, если он сейчас будет писать, короче, мы его это уничтожим. Может, и под конструкцией панель отсутствует, и провода недоделанные. А еще, возможно, он это мастурбирует. Ну, это один из вариантов тоже. К этому давно не прикасались. На всех книгах пыль. Это принадлежало доку. Аптечка М. Вот это я возьму.
Два экрана на столе рядом. Ой, у меня прям все. Документы экспериментов, приборы сделаны... Чё? Что? Вделаны в стол? Это еще как понять? Ты, блин, прочитаешь этот документ, алло? Часть строгого документа, на нем подпись доктора Кирка, прочитаешь? Третья энергия как оружие, Эдвард Кирк. При превышении критической точки реактор третьей энергии перезагрузится. Когда это произойдет, мы не сможем его контролировать. Произойдет выброс энергии и начнется распад блока. В результате взрыв уничтожит все вокруг. Если мы сможем управлять зоной распада, то мы сможем сделать третью энергию совершенным оружием. Сила оружия будет определять энергию инициализирующий процесс, но нужна способность стабилизировать состояние. Этот ключ ко всему. Третья энергия была проектом развития. Создание основного источника энергии для оружия. Если мы изменим направление проекта, правительство получит оружие, которое разрушит весь мир. Однако для этого необходимо пересмотреть бюджет. В следующей главе вы найдете его описание. Смотрите этот вопрос. Так. Ты. Ты еще не нашла устройство? Недолго тебе смеяться, пес. Возьму у тебя отпечатки пальцев. Так будет проще, чем искать код. Потому что код Кирка мы уже и так знаем. Переписать карту нужно. Что еще? Ты, наверное, все. А, ну и вернуться за стабилизатором и инициализатором т.д. Так, нам сюда. Экран контроль генера. Дверь была открыта. А где сохранение-то? Четыре. Так, ну ладно. Давай здесь остановимся.